По рекомендациям экспертной организации был проведен ремонт кровли над вот этим зданием литером А, то есть полностью над этим старым зданием 905 года, да. Замена кровли, там меняли, по-моему, кладку делали, облегчали, сказали, что это тоже влияет, и нужно удержать каким-то образом эту стену. Но после этого тоже пошла через 7 месяцев трещина. Я прошу прощения, я не буду кричать. Уважаемые люди, нас оповестили вот суммы, выделяющие, но элементарно, вот этот угол, да, отсюда трещина. Ну выйдите, пожалуйста, вот на улицу, посмотрите, нету водослива. И нету примыкания нормально к стене. Все. Больше ничего нет. Вода льется по стене. Сергей Сергеевич, у вас по кабинету вашему льется вода во время дождя. Нету водослива элементарно. Просто. Еще. Вы произвели, мы бы хотели, я нигде не могу достать. Решение гостехнадзора о приеме новой крыши, на которой сколько? 3 миллиона выделено? Сколько? 1 800 000. Хорошо. Неужели гостехнадзор принял эту крышу, при которой водосливы уходят под фундамент? Ну выйдите, посмотрите, нет отмостки элементарной вокруг. Угол аварийный, здание. Видите, сейчас там убийца может, во время дождя может. Проседает. И еще. По вашим актам школа с каждым годом становится хуже и хуже. А не преступная ли это халатность? А не, я не знаю, как это по-другому назвать, но вы посмотрите. За этот фронтон, который действительно ужасный, то есть здесь детей нельзя водить. Там просто нету шинкера. Ну это элементарно, это не миллионы, ребята. Да мы, я со своей крыши сниму, принесу эту шиферию. Полномочий нету, работать на школе ведь так же. Должна подрядная организация, тендер и все остальное. Я правильно отвечаю? Но контроль за ними должен быть. Да пусть отмывают свои миллионы. Но контроль за выполненными работами должен просить директор. Почему стадион не горел, чаша его внутрь? Вот порвало стадион. Пойдите во вторую школу. Проконтролировал? Шикарный стадион. Я говорил, чаша. Я говорю, вода стоит. Пожалуйста, это все. Для всего обычного не стоит. 5 листов цемента. И 20 метров труб, все.